Хей-йоу, ребят, всем привет! Вы на канале Мото Овен, и сегодня я заберусь на гору Кошку. Хочу это сделать максимально быстро. Вот гора Кошка. Приехали с Севастополя, едем в Ялту. Я обмотал кроссовки, сделал прорези вот такие вот, чтобы цепляться. Будет очень скользко. Погнали. Опа. Блин, я не взял перчатки. Жалко. Я взял с собой перчатки, ребят. Ну, специальные такие, знаете, вот здесь прорезиновая подошва на перчатках. Но, к сожалению, они остались в машине. Ничего страшного. Все, попробуем залезть по-быстрому. Болтать сильно не буду. Погнали. Снимаю на GoPro 8. Хиро, блин. Блэк. Сейчас согреемся. О, тут лесенку, что ли, сделали, или она была? Не помню. Фу. Сегодня дождь, ребят. О, и камни, они в слякоти. Ну, потому что, во-первых, туман. Типа вот что-то инея. Ну, короче, вот, видно? Камни скользкие. Тут-то, в принципе, когда не скользко, вернее, когда дождя нет, скользко. А с дождем... Ну, блин, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А с дождем еще пожестче. Нужно быть просто осторожным. Вот, вот эти камни, они очень скользкие. Вот здесь, да. Тут нужно быть максимально осторожным. Включил широкий угол. Обычно включаю супервью. Решил попробовать. Офигеть, как я пробежал. Вон тачка стоит. Видно? Вот прям когда пальцем показываю, нифига. Я расстояние, да? Вот это Семиис внизу. Блин, просто посмотрите на это потрясающее море. Вот эти бухты. Семиизик. Южнобережное шоссе. Климат просто ништяк. Сегодня где-то плюс 12. Но ветер. Ветер, блин. Обратно будет немножко сложнее возвращаться, чем залазить. Так, вот я обычно вот тут залазю. Давайте проэкспериментируем. Вот здесь вот. Отсюда я, кстати, практически ни разу не залазил. Оп-оп-оп. Так. Красава. Насладитесь этими потрясающими местами. Я долго этого ждал. Просто мы посмотрели, завтра будет, ну, ночью, что-то около 0 градусов. Поэтому мы решили сегодня, ну, пусть будет, снизим, плюс 10. Мы решили сегодня, короче, рвануть. Кстати, я вам не рассказал про кроссовки. Смотрите, еще раз. Кроссовки обмотаны армированным скотчем. И вот здесь вот вырезы на том и на том. Это чтобы цепляться хотя бы как-то. Тут просто дыры большие. Но в чем прикол этих кроссовок, что они вот как раз, их не жалко для гор. И они, у них подошва хорошая, она цепляется. Просто если бы я в каких-то других кроссах полез, то, скорее всего, я бы точно навернулся. За эти кроссы я уверен. Вот видите, я вот так могу, хоп-хоп. Не, кроссы четкие. Кстати, холодно. Вот сейчас я вот сюда залез, тут уже ощущается холод. О, что это? Смотрите, кто-то сделал какую-то интересную штукень. Инь-янь. Фу. Так, да, я давно уже не бегал. Сегодня хочу записаться в тренажерный зал с Соней. Фу. Поэтому это, так сказать, разминочка. Блин. Ну, кроссы, конечно, пушковые. Конечно. Они, ну, придают скиллухе нехилой. Ты вот не боишься прыгать вот с таких расстояний на острые камни. Потому что подошва
прорезиновая, и она и не мягкая, и не твердая. Короче, она выдерживает такие нагрузки. О, мое любимое место. Здесь я очень часто мечтал посидеть. Ребят, больше не буду разговаривать, потому что ветер... Сейчас отвернусь. Ветер очень сильный, когда я разговариваю, он попадает в легкие. А я одет не очень, поэтому не буду болтать. Теперь дальше видео чисто молча. Посмотрите и кайфаните, потому что там будут экстремальные моменты. Лезу на пик горы Кошки. Подскользнулся одним кроссовком, второй зацепился. Блин, ну тут вообще скользко. Очень, очень скользко. Кроссы проскальзывают. Начинают бежать. Ага, вот тут тяжеловато. Слава богу, вот эта скала не скользкая. Не смогу. Камень водянистый. Я подскользнусь, ударюсь либо коленом. Или попробовать. Блин. Сейчас. Да, вот здесь скользко. Ну, там какой-то засохшая трава, политая водой. Ну, сегодня дождь был. Повторюсь, лезу на самый обрыв горы Кошки. О, щет. Подскользнулся правой ногой. Но тут мох, видите? Об него тоже. Это еще я насчет мха подзабыл. Фу, вот тут ветра нет. Блин, ребят, я не буду болтать по минимуму. Потому что реально ветер прям в горло залетает. И нормально надует. Поэтому буду молчать. Фу. Сейчас GoPro падает. А, у меня капюшон. Сейчас поправим ее. Ага. Вот так вот. Все отлично. Погнали дальше. Фу. Кстати, зачем я это делаю? Сейчас отвернусь. Фу, потому что мне это место... Это топ-3. Балаклава, гора Кошка, где я сейчас, и Апетри. Это мои любимые места, и, скорее всего, гора Кошка занимает
топ-1. Я когда сюда залажу, у меня такое потом настроение на весь день и даже на следующий. Вот такое вот. Адреналин, эмоции, ты проверяешь себя, физическая подготовка, ну, плюс кровоток, все такое. Ну, это круто, однозначно. Смотрите, какая скала. Залезем или полезем дальше? Полезли дальше, потому что холодно. Растяжка бы не помешала. О, тут ветра нет. Круто. Камни холодные и скользкие. Нужно быть вдвойне осторожным. Это же самое лютое место. Когда я первый раз сюда лез. Ну тут главное не бояться и не сломать ничего. Я вот попробую вот сюда прыгнуть. Ну блин, будет неприятно коленям. Немножечко. Пару раз поприседаем. Погнали. Так прям туда прыгнул, там точно подскользнусь. Блин, может не рисковать. Сейчас, ребят. Блин, давайте рискнем. Сейчас это я приседаю для коленей. Блин, страшно, реально. Реально страшно, ребята. Прям на полном серьезе. Но тут надо как-то преодолеть свой страх. Ну, понятно, вы должны понимать, сможете вы или нет. Я знаю, что я смогу, но у меня страх. Я не знаю, за что больше, за колени или за то, что я могу подскользнуться. Вообще жестко. Блин, на самом деле далековато. Так. Фу, давай, просто надо перебороть страх. Раз, два. Фу, блин, щит. Нормально. Даже нагрузку на колени не почувствовал. Фу. Твой враг это ветер и скользкие камни. А, ну все, я дошел. Фу, вон машина там вдалеке стоит. Ну, в принципе, надо вернуться. Вот с этой точки вам показать обзор. Сейчас. И потом уже на край пойдем. Посмотрите. Вот там край будет. Скала Дива, откуда люди прыгают летом, фестиваль. Пляж Семиизовский, сам Семииз. Дальше будет Ялта, уже, возможно, ее даже видно отсюда там вдалеке. Айпетри наверху. Там смотровая ласка и Севастополь. Вон, кстати, люди внизу ходят, гуляют. Посмотрите, какой лес. Летом он, кстати, намного круче. Там я ни разу не гулял, нужно тоже туда будет спуститься. Фух.
Так, слазим. Хоп-хоп-хоп. Интересно, на сколько минут видос выйдет? О, блин, вот про что я говорил. Я только что прыгнул вот на этот камень, видите? И приземлился вот так вот кроссовками. Видите, насколько он толстый и прорезиновый? Ну, короче, эти кроссы, они топ. Несмотря на то, что они рваные. Но они лучше любых других кроссовок справляются с этой задачей. Все, ребят, по сути, вот, дошел до обрыва. Настроение поднялось, адреналин, эмоции. А, кстати, СМИС от аквапарка. Там вот есть заброшка. Тоже надо будет залезть. Сейчас сниму GoPro-ху, покажу себя. Скажу вам, блин, напутствие. Капюшон надо снять. Опачки. Капюшон надо одеть, потому что тут ветер. Так, сейчас проверим, камера снимает. Ага. Ну все, ребят, вот такой вот видосик. Настроение реально поднимается. О, нужно вот так встать. Все по кайфу. Приезжайте в Крым. Тут обстановка вообще нереально крутая. Ну и по традиции надо поорать.